Хоть ветер и сильный, папа решил попробовать. Папина новая игрушка. Сильный ветер, конечно. Как муха. Ой, какой ветер сильный. Ой. Упал. Но не в канаву. Ура, папа. Ветер успокоился и аккумулятор сел. У нас другой ветер. У тебя другой еще? Ой, ой, не пугай, папа. Ау! Ну вот такие качельки, да? Столько сугроба, что даже не покататься. Можно только посидеть. Николас еще там наслаждается. А у папы случилось несчастье. Рассказывай, папа, что случилось? Ну вот. Одним словом, он не видел, куда этот летит, и на крышу улетел. Пока-пока. Солнце светило в глаза. И все. Ну, вот эта крыша, на нее никак не забраться, чтобы достать этот квадрокоптер. Поэтому мы едем домой. И папа будет там уже со школой. Спросит, как можно достать. Прощай, квадрокоптер. Все, остается на крыше. Сколько снега, да? Мама! Да. Там не ступала нога человека в некоторых местах. Водичка замерзла в канавах. Мама! Много, много снега. Ой, как много снега, да? Ты бросаешь снег. Да. Пошли, котенок. Ого. Доски-то же у нас там. Ну-ка, я здесь копейка. А, спрятались, что ли? Да. От мамы спрятались? Эй, надо покатить. Ну все. Все уже устали. Перчатка! Перчатка открылась. Куда идти, Ваня? Пошли, зайка. И здесь. Да, Мария. И здесь. Мама, а папа неправильно. Мама. Лукас. Вот. И здесь я клею, покрою. Здесь. Я. Солнышко светит. Элиасу прямо в глазки. Да? Такая хорошая погода сегодня. Только что ветер немножко. А так идеально. Сейчас мы едем, наверное, детки уснут. Гулялися. Лукасу тоже солнышко в глазки. Закрывает глазки. Или уже спит? Спит уже? У нас только Николас не спит. Николас. И Лес тоже заснул. Смотри, как они быстро вырубились. И я буду спать. И ты спи давай. Все, спят. Набегались и устали. Лукас спит? Да, Лукас тоже спит. Все спят. Ты, папа, только не засни. Элиас спит. Лукас спит. Николас не спит. Поле. Такая дорога чистая.
разношусь. Магазин для садоводов. Лошади. Где лошадь? А вот там лошадь. Лошадки. Ой, где? А вот они, вот лошадки. Всем привет! Папа привез свою игрушку, которая улетала на крышу. Пришлось договариваться с секретарем школы. Разрешили достать. Крыша достаточно высокая. Надо было использовать лестницу. 3 метра, если я не ошибаюсь. Я смотрю, что дрон пострадал. Нету одного пропеллера. Скорее всего, уже отвалился во время ударов о столб и во что еще там папа врезался. Погода была нелетная. Не надо было, конечно же, в такой ветер использовать эту игрушку. Но ничего, главное, мы ее достали. Надеюсь, что можно починить, потому что есть запасная деталь. И каждого цвета была запасная деталь в упаковке. Еще, конечно же, обидно, что потерялась карта памяти. Видимо, она тоже выпала во время ударов или полета. Ну, вот дрон цел, так скажем, а не совсем можно. Я думала, смогу посмотреть видео, которое заснял дрон. Но вот, вот так вот. То, что есть, то есть. Он такой легкий. Вот он действительно, он очень легкий. И им было очень трудно управлять. Он летел по ветру. То есть, куда ветер дует, туда он и летит. Всем спасибо за просмотр. Всего вам доброго. До свидания.